В наше время зачастую не хватает доброты и душевного тепла. Именно поэтому четвероклассники пришли к малышам в детский сад «Теремок». Они учили их быть добрыми и показывали, как важно использовать вежливые слова в повседневной жизни. Школьники показали театральную постановку и провели игровую программу с малышами. По словам педагога Елены Силаевой, ее ученики справились с задачей, и малыши уроки усвоили. Я наблюдала за малышами, мне было очень приятно увидеть то, что они оказались готовы к тому, что мы им хотим дать. Они очень адекватно реагировали, они очень активно отвечали на все вопросы. Руки, вот такие ручки, вот такие глазки, полные счастья и внимания. Наверное, вот это и есть показатель. Ребята все вместе исполнили песню о доброте, тем самым они еще раз напомнили, как важно быть отзывчивым и проявлять заботу к окружающим. Я сегодня играла кнопочку в сценке про незнайку. О доброте хотели донести детям, чтобы они потом были добрыми, хорошими, помогали людям, не обижали никого. В школе, чтобы не оскорбляли учителей. Мне хотелось увидеть маленьких детей, чтобы они поняли о доброте, чтобы они хорошо себя вели, когда попадут в школу. Уходя из зала, каждый дошкольник получил не только хорошее настроение, но и маленький сувенир на память. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.